Всем привет! Записываю очередное видео по ссылке из Китая. Это держатель еще один для планшета, для машины. Цена его такая же, 240-250 рублей. Он довольно-таки дешевый. Сейчас посмотрим, что мы получили за эти деньги. У меня в городе такие держатели стоят около 1000 рублей. Поэтому дешевле заказывать. Да, уже пошли в сложности с распаковкой. То ли слиплость, то ли неправильно как-то закрыли. Нет, все, разошлось. Механизм разошелся. Так, распаковываем, смотрим, что у нас здесь. Самый обычный шариковый механизм. Не уверен, что он его выдержит. Это для воздуховода. То есть это сцепление не за стекло, а для обычного воздуховода. У меня опыт был такой с таким держателем. К сожалению, он очень плохо фиксируется на воздуховодах. Но это все от практики зависит, как получается. Так, посмотрим, из чего он состоит. Да, так же, как и, в принципе, все держатели для планшета. Он раздвигается, сдвигается. Здесь у нас имеется, скажем так, кнопка лок. Вот, вот мы ее зафиксировали. Здесь такой же принцип, как у всех. Вставляем наверх, получается, до щелчка. Да, все, он зафиксировался. И воздуховод. В принципе, такая конструкция должна держаться. Но в зависимости от вот этих, здесь они прорезиновые, прорезиненные, пластиковые такие, полупластиковые, полурезины. Я не знаю, что за материал, но если его вниз облокотить на что-нибудь и держать, он лучше. Вот будет держаться. Ну, конечно, лучше всего, когда и к стеклу, и на подставку. Это более надежно, более прочно. И, если честно, более устойчиво. Ну, вот так вот. Спасибо за просмотр, за обзор подставки. Всем пока.